Вот такой значок в виде смайлика. У меня вот был. Он за вот такие вот штуки, вот тут такая булавка вот. Он за эту булавку пристегивается на одежду или на сумку, или на что вообще вот надо, его можно вот носить. Вот. Так вот. Хочу сегодня показать вот смайлик вот. Вот такой вот новый, он еще не распечатанный. Вот у него есть штрих-код. Вот такой вот смайлик. Вот такой вот красивый, он улыбается. Он немножко по размеру не такой, как тот, который у меня был в значок. Но он так же само одевается вот на одежду. Почему я его не открыл? Потому что он еще не распечатанный. Я его показываю абсолютно запечатанный, вот, только купленный, вот. Вот второй смайлик, вот. Он улыбается, но у него не так сделаны глаза, это, возможно, тот немного не такой, вот. Значок, вот, потому что тот значок, он вот такой. Вот этот вот такой, вот, я их вместе покажу чуть позже, поэтому сейчас вот показываю вот такой вот красивый смайлик. Он вот у него вот такой вот штрих-код. Вот когда его открываешь, вот, он выглядит вот так вот. У него вот тут вот булавка вот. Подождите, вот так вот он расстегивается, вот так вот булавка, и можно куда-нибудь вот так вот одевать. Вот так вот он закрывается, вот, и булавка закрыта, вот. Сейчас я открываю вторую, вот они вот так вот открываются, вот. Я их покажу сейчас вместе. Три. Вот такой вот у меня был. Вот этот у меня был. А вот эти вот два новых. Вместе они вот так вот смотрятся. Кому какой из них понравился? Первый. Ну, первый это вот этот. Второй. Второй это вот этот. Третий это вот этот. Пожалуйста, в видео будет сверху голосование. Не забудьте нажать на номер смайлика, который вам понравился. Потому что я надеюсь, что вам понравилось в целом это видео. И вы можете нажать лайк, если вам понравилось. Если вам не понравилось, нажать дизлайк. Но голосование лично, какой вам понравился больше смайлик, больше всего только один из смайликов вам может понравиться. Какой будет вверху на видео. Спасибо за то, что вы посмотрели это видео. Если видео наберет много лайков, то я еще найду другие новые смайлики и обязательно их покажу.